Номер 1205. Цивильненькие. Угу. Кожаные. Конечно. Там климат на. Орешки. Орешки. А что у нас здесь? Вот, господи, это торт. Тортик. Фрукты. Ну что? Посмотрим, какой вид. Ну и ладно. Ты хотела на море вид, пожалуйста, Сань. Какое море? А они сказали, что у нас нет видов на море. У нас только вид на сад. О, вот и сад. Сердечко. Все положено. Тут у нас должен быть сейф. Халаты, тапочки. Да, сейф. Странно, нет душа, да? Обычно всегда душ. Супер. Ванна даже лучше. Да, ну. Ну, что ты? Классно. Не знаю. Салатик есть? Есть. Зева, кстати. Все эти называются Зева, шампуньки там. Короче, как следовало ожидать, Сане номер не понравился. Это всегда. С первого раза не заходит. Да и тоже не понравился. Ну, короче, вид вообще нам не впечатлил, вот этот вид. Настройку. Короче, попросили поменять номер с видом на главный бассейн. Это Риксос? Грязь. Это Риксос? Посмотри, ну, ты посмотри, какое кресло грязное. Это Риксос? Все. Это Риксос? Что тут ходил? Поменяют и поменяют. Нет, так будем здесь. У нас всего... 6 дней. 6 дней. Так что можно и в этом поночевать. Ну, конечно, хотелось бы. Красивый вид. Да, ну, посмотрим. Как-то чистенько было, но как-то не уютно. Не знаю, что мне не нравится. Девушка русская. Да? Ну все. Ждем звонка? Ждем звонка. Так что 12.05 не берите. Да, не очень. Приезжаем с этого номера на новый 41-41. Но здесь, конечно, все по-другому. Вид не поменялся из окна, ну ладно уже. Нет, тут красиво. Красиво? Почистенько. Не, да, здесь чистенько, ремонт, прям свеженький видно. Пожалуйста. Душ есть? Есть. Ура! И ванна есть. Ура! Господи, есть душ, наконец-то. Поменяли. Ну, такой же. Ладно, все, мы уже 2 часа ходим, меняем номера, пока пообедали, вообще еще даже в воду не залазили, ходим все мокрые, на улице 40 градусов, собираемся и идем купаться. На улице 40, плывем ближе к бару, пить пиво, только оно спасает. Саня, все мохито, осушила в барах. Сегодня у нас еще по плану. Хотим пойти в соседний Риксос,
сказали, что можно туда ходить бесплатно, да, тоже на все включено. Вот, но при условии ночевать у себя в отеле. Вот, поэтому можно там и кушать, и аквапарк там есть. И, каждые 15 минут и автобусики маленькие, как гольфкары ездят туда. Это у нас главный ресторан. Короче, голодным не останетесь. Еды полно. Для завтрака очень много. Так, ну что мы набрали? Красную рыбу, баклажан, говядина и яичница. Сань. Ну, почти такой же все. Еще фруктовый салат. Фреш тоже из манго. Где ты видела фреш из манго? Сколько ездили, ни разу нигде. Отель Sea Gate уже, Rixos. Или Sea Gate, как-то так называется. Кто хочет спортом позаниматься над открытым небом, вам сюда. Вот самый главный спортсмен идет. Конечно. Жалко, стадиона нет, так бы побегала. Сейчас я тебе покажу класс. A few moments later. За пивом. О, это молодец. Красавчик. Все, а теперь идем пить пиво. В этом Rixos сцена, конечно, вообще мощная. Как концерт-зал целый. Анимация здесь на уровне, походу. Идем дальше. Хотим найти аквапарк и искупаться там, потому что у нас он не работает. Все, лежаки себе забили, хотя что не забивать, все свободно. Идем купаться. Просто... легко добраться. Сейчас мы находимся в отеле Rixos Sea Gate. То есть также с нашего Rixos Charm впереди до Sea Gate. Вот главный ресторан Sea Gate. И за ним остановка. Стоят маленькие автобусики. И садитесь на них, и прям везут до конечной аквапарка. Минут 5 буквально. В 10 часов трогается первый автобус. Аквапарк работает с 10.00. В парке мы одни и персонал. Зашли первыми сюда. Там при входе надо расписываться, номер комнаты указывать, сколько человек, фамилию, время. И мы будем вдвоем. Здесь аквапарк в нашем распоряжении. На 5 минут, надеюсь. А ну все равно. Катайся на чем хочешь. Здесь вот такая небольшая лагуна, можно покупаться. Здесь купаться нельзя. Здесь все кораллы, какие-то растения. Заходить сюда на мель, когда отмель, не разрешают. Я хотел выйти посмотреть, ну, всякую живность, на мель сходить.
сразу начинают эти аниматоры свистеть, типа go назад. Так что так, ничего не разрешают. Если любите плавать, купаться в пляже, то тут не покупаешься. Какой красавчик. Какие языки. Как бульдог у нас. Похож, кстати, на него. Похож на бульдога нашу, Леонидку. Скучает дома один. Идем купаться опять. Попугаи в кучу плавают. Целая стая. Хорошо утром купаться, народу вообще никого нет. Воду еще не намутили. Здесь у пирса есть. Бесплатно. Показано, какую рыбу можно трогать, какую нельзя. Вот эту мы видели много. Нельзя трогать. Угу. Прямо дофига. Вот видишь, да. Которые синие. Вот такого тоже видели. Вот да всех видели, всех кроме акул. Здесь же душ. Сразу же сполоснуться можно. О! Найс! Ящики. Убирайся. На этой стороне Риксос, все цивильно. Поворачиваешь на другую сторону дороги. Вообще все убито, разруха какая-то. Полтора километра идем, все в такой разрухе. Вот, зато манго, пушка вообще у них. Надо с собой багаж один пустой убрать и везти в Россию манго. Дали нам попробовать. Кстати, там такой магазин, и Саша не жмет. Ну, нам все... дали не Саша не жмет. Ну да, все по доллару. Народу на рынке вообще никого нету, в плане из туристов. Мы одни туда зашли, нас там окружили, не знали, как убежать оттуда. Налетели, заходи, заходи, не иди там. За руки там затаскивали, в карманы запихивайте за доллар, все. Разбомбили. Может быть, это после этого, после коронавируса все развалилось, туристы не ездят, содержать на какие шиши. Пушка только стоит, такие аппараты стоят. Есть Ашан, кстати. Давай только угощу тебя манго. Да, мы вот... О, любитель. Держи его, попробуй. Самый лучший манго здесь. Я знаю. А почем? Ты делец фото? Ах, хитрый ты. Вот, попробуй. Нет, так, видео на YouTube. Видео на YouTube, коммент. Тебе будет делать реклама, баха, вот, да? Классно. Очень вкусно. Вкусно. Сколько стоит манго? Манго? Разные, есть у меня которого два, есть у меня до три, есть у меня по четыре, есть у меня по пять. Разные. Разные сортов, разные по вкусу. Пять это за штуку или за килограмм? За килограмм. Килограмм может быть 4-5 штучек. Mm-hmm. Разные только по вкусу. Если ты видишь, где-то вкусновее, вот разные сортов банка.
Как же все-таки клево, когда в бассейн такой заход плавный. Как по песочку, по пляжу. Вообще супер. Не скользкий, приятный ногам. Ну все, закончился наш отпуск. Возвращаемся сегодня домой. Вылет у нас 16.55. С отеля нас забирают в час по местному времени. Все очень близко находится, все отели, вот, которые в ближайшей доступности к аэропорту, вообще буквально там 5-10 минут, и вы уже в аэропорту. Сюда мы ехали минут 15, вот, и мы были третьими по развозу. В общем, все быстро и вообще на лайт. Отпуск, по-моему, понравился, да, отель классный, молодежный, детей нет вообще, потому что 16+. Вот, солнце мягкое, море красивейшее, кораллы прекрасные, рыбки тоже вообще супер. Классно. Ну, из минусов, наверное, это вход в море. То есть не покупаться, это надо или с пирса, или куда-то отъезжать. В соседний отель, Риксос Сиагейт, там можно покупаться. Здесь только полежать на берегу на глубине 30 сантиметров. Да. Ну или рано утром прям вставать и купаться, когда прилив и более-менее можно в воду зайти. Вот, а так не поплаваешь у берега. По коктейлям. Не скажу, что вау, если честно. Да просто подача такая... Скудненькая. Вот когда мы были в Риксосе в Белейке, там, конечно, коктейли все вот... Берешь, сканируешь QR-код, и прям вот нарисован коктейль, все ингредиенты, тебе прям точно такой же делают. И тут, ну, просто так что-то покидали, так добавили всяких сиропов для красоты и все. Ну, такое. Еще мне очень понравилось манго. Здесь все из манго, мороженое, само манго, пожалуйста, смузи всякие, милкшейки, шейки. Все, что хочешь вообще, просто. Фруктовые салаты вот тоже с манго. Все, везде. И манго прям вот можешь туда вот брать и, пожалуйста, кушать. Мы сходили на рынок тут рядом и набрали целых 6 килограмм манго. Манго обалденный вообще. Ну все, всем до свидания. До новых встреч. Пока!